Всем привет! Ребята, подписываемся. Обязательно подписываемся. Ставим лайки, комментируем. И следим за моей жизнью в Америке. Я вам буду рассказывать много интересных историй. Ужасных, страшных, веселых. Всего-всего понемножку. Сегодня я вам расскажу, как мы обратились к нутрициологу американскому. Так как мой муж вообще нутрициолог, это все БАДы, которые он мне там дает. Конечно, он все учится, учится, он не останавливается уже много-много лет. Онлайн. Понятно, что сейчас все переходят на онлайн обучение, это намного удобнее. И начну с того, что мне было немножко плохо со здоровьем, там, думаю, нужно после сгонок проверить анализы сдать, потому что раньше у меня в Украине я сдавала анализы, когда приезжала, думаю, так подешевле, там все попроще. Пришел, сдал анализы и пошел к доктору. С щитовидкой у меня были немножко проблемы, и у меня были проблемы раньше, я училась в институте желчным. Потому что тренера не разрешали водичку пить на тренировке, и так не пила водичку, а потом застой желчи, и у меня черный язык. Ну, в общем, с детства я страдала с кишечником проблемы, у меня дисбактериоз, потом рефлюкс и так дальше. В общем, целый букет. Ну, оно так вот, типа обострение, потом годика три нормально, и тут такой... Подготовка к бою, у меня стрессы. И после боя я решила все-таки пройти, сдать анализы. Думаю, все нужно все проверить. Мы обратились в компанию нутрициологов и там докторов. Общались мы с ними по Zoom, онлайн. Получилось, потому что, знаете как, в Америке ты не можешь пойти сдать анализы. Тебе нужно как типа направление, чтобы доктор назначил, тебе нужно это проверить. Ну, в общем, они мне все это назначили. Они мне, я говорю, хочу все проверить. Они назначили мне 25 анализов на гормоны, там, на щитовидку, на печень и так дальше. На разные всякие воспаления. Началось с того, что я еще спросила, сколько будет стоить оплата за консультацию, за вот это вот все их услуги. Они сказали, вообще стоит одноразовое вот общение $250. Я думаю, ладно, один раз нам хватит пообщаться. Но потом оказалось, что мы не один раз общались, мы общались раза два или три с ними. Получилось так. Они говорят 250, но... Тебе будет бесплатно консультация. Меня уже это удивило, потому что почему это мне бесплатно консультация? Какой-то есть подвох в этом. Ну, подвох будет. Узнаете, в чем. Сдала я все анализы, пришли мои анализы по почте, и он говорит, ему придут. А говорю, а можно нам тоже дубликат, чтобы мы перед тем, как с вами там онлайн, мы тоже могли посмотреть. Он что-то ворочался, я ему еще раз написала, ну все-таки скинул он нам наши анализы. В общем, и мой муж просмотрел и говорит, так, у нас только по нашим анализам плохие были билирубин высокий, холестерин и B12. B12 я не пила около месяца. И тут консультация. Он проверяет при нас все наши анализы и говорит, после его консультации у нас еще будет консультация с доктором. Ее тоже нужно оплачивать 250, но тебе будет сегодня бесплатно. Я думаю, блин, да что ж такое? Бесплатно все-то мне ж. Думаю, может, рекламу хотят? Думаю, да и рекламу, ладно, я-то сделаю легко рекламу, если только вылечите меня. Но нет, не так все было легко и просто. В общем, анализы. Говорят, смотрят гормоны.
Щитовидка говорит, хорошо, все нормально. Начинают другие гормоны. Плохо, плохо, все низко, низко, очень плохие гормоны. Ну, вы так как в UFC, вам нельзя гормоны. Я говорю, ну, если так всем прям все так плохо, ну, можно же в UFC написать, что я заболела, что у меня какой-то дисбаланс, там, сбой пошел, можно, чтобы выровнять, не там поднимать, чтобы супер, чтобы там было что-то высокое, а выровнять, потому что это же мое здоровье все-таки. Они что-то ворочаться, ворочаться начали, и мы потом муж задает вопрос, а что по поводу билирубина? Он говорит, а ты, наверное, мало воды перед анализом выпила, потом и высокий. Такое бывает. Ладно, хотя я ему сказала, что у меня есть такие проблемы раньше были, и они просто съехали, сказали, что такое бывает, высокий билирубин. Просто водички не попила, хотя я пью водички, галлон в день водички выпиваю. Дальше. Холестерин. Они говорят, мы тебе грин-джусы выпьем, будешь грин-джусы пить, и будет все хорошо у тебя. Окей. Дальше. Говорит, B12. Не пей B12. Говорю, так я не пью месяц. Не пей. Но хотя муж перед этим сказал, что B12 повышенное, это показывает как дисбактериоз, повышенный бактериальный рост может быть. Потому и может показывать, что B12 высокий. Там. Они как раз недавно это учили у себя там онлайн на лекциях. И они мне говорят, за консультацию ты не платишь, но мы тебе пришлем по рецепту список на электронную почту. Тебе нужно только будет оплатить. Это все будут суплементы типа по рецепту, которые ты нигде не можешь купить. Даже не суплементы, как типа лекарства, я не знаю. Ну, суплементы не могут быть по рецепту, правильно? Не могут. По рецепту только как БАДы. Ой, БАДы. По рецепту только лекарства, а суплементы в легкой продаже ты везде можешь купить. В общем, открываем мы электронную почту и на сумму со скидкой там 15-20% больше $1000. Мы такие смотрим. Green Juice. Компания Thorn написано. Компания Thorn мне иногда присылает, потому что это компания, которая работает с UFC, они присылают суплементы всякие. И Green Juice. Потом пробиотики. Компания Thorn тоже предоставляет пребиотики, когда мы на бои ездим. Меня уже это удивило. Ну, в общем, много всего всяких пребиотиков и так дальше. И не очень была у них завышенная цена. Цена стояла там. Если там торт можно купить подешевле, а у них там стоил $80. А его там можно за $60 купить или за $50. И со всех вот этих было один препарат такой вот, чтобы колоть его. Но я не хотела ничего себе колоть такого, потому что я не люблю уколы. Но его можно в капельницах поставить, IV. У меня есть знакомые, которые это ставят, эту капельницу. Ее нужно заказывать, они тоже по рецепту, по subscribers ее предоставляют, но они могли бы этот рецепт мне дать, и все, и за 350 вообще такая капельница ставится, $350. Но они мне бы бесплатно, понятно, это все сделали. И я ему вот пишу, говорю, вот то все, что вы написали, говорю, вот эти green juice, пробиотики, я могу в UFC взять бесплатно. Он говорит, ты не можешь, это все по рецепту. Говорю, как это по рецепту? Говорю, Thorn, компания, не по рецепту. Гринджусы эти, не по рецепту. И так дальше. Он мне там так как-то жестко начал отвечать, что нет, тебе никто не даст этот рецепт, это все по рецепту. Ну, там витамины какие-то. А, и самое интересное, он мне выписал B12, при том, что он только сказал мне, что тебе не нужно принимать B12, перестань его пить. Я ему говорю, я его не пью. И тут же он мне выписывает B12, B6. Было очень смешно, честно. И
очень жестко мне пишет, вот ты должна оплатить, там купить. И там цены, видно, было накручено. Мы начали гуглить это все, смотреть по магазинам, которые вот у нас рядышком находятся. Это можно было дешевле купить, во-первых. И большое количество с того, что он написал, у меня было даже дома. Green juice они у меня всегда есть, там я пью и так дальше. Но вот такая вот, вот эта одна позиция, которая написал, что да, была по рецепту она. Ну и то, я ему сказала, что я могу ее поставить в IV у своих знакомых спонсоров. Тебе ее никто не поставит, я что, есть доктора, он вот так вот жестко. И потом в течение месяца они мне писали, присылали контракт и писали, вы продолжите лечение с доктором. Вам нужно оплатить все БАДы и продолжите, вы сможете продолжить лечение. И вам нужно подписать контракт. 4 раза мне присылали каждую неделю вот этот контракт. И я просто от них морозилась, я им не отвечала ничего. В общем, ребята, нужно с такими быть вещами очень аккуратно в Америке. Я не знаю, как это все в Украине работает. Мы вот покупаем очень большой выбор в Америке суплементов, очень которые рабочие, реально. Я вам потом отдельно видео сниму, где вот противовоспаление, натуральный антибиотик такой, косточка грейпфрута очень классно помогает, если какое-то воспаление есть, там заболевание, там потом очень-очень много всего, знаете, вам сейчас показывать, а я вот вам отдельное видео сделаю, где вам покажу, расскажу, что мы пьем, что у меня вообще есть даже в наличии, не только что я пью, просто мы бывает покупаем, если оно стоит там, потом через время там на лагере его используем, когда у меня там тяжелые тренировки, потому что в Америке бывает такая система, один покупаешь, второй 50% скидка, а как же, блин, мы уже такие американцы стали, не повестись на скидки, мы все время ведемся на скидки. Так что подписываемся. Если вам понравилось, я вам еще много историй расскажу, потому что я потом еще сходила к гинекологу, и я вам расскажу, если вам эта тема интересна, поставила гормональную спираль. И для чего? Если вам это интересно, пишите. А также расскажу вам про недвижимость и цены в Америке, сколько здесь стоит жилье снять, какие могут возникнуть проблемы, потому что мы здесь до сих пор с нашим комьюнити скандалим. Они нам запретили ставить велосипеды на наш же балкон, который мы квартиру оплачиваем. И много всего другого будет дальше. Подписываемся, лайк, коммент.